интересное событие, когда в прошлый раз я приезжал на Огненскую ноту. Аленушка Рачкулик, она была такая еще... Вот, кругленькая, да, я ее звал пирожочек с начинкой, вот, и сейчас, ну, ребята немножко задержались, вот, я вышел на улицу и познакомился с Лазарем Вадимовичем, на секундочку, и я даже попросил Андрюху, говорю, давай в начале второго отделения, мы немножко подвигаем песенки, чтобы я спел свою песню про Лазаря. Она у меня, как у Паши Пиковского, тоже есть. Вот. Потому что, ну это же замечательно. Друзья мои, ну это же просто великолепно. Проснулся с утра, огляделся вокруг и сказал: «Да чего хорошо, но зачем меня нужно было будить, я бы сам». Встал и пошел, да вокруг все цветет, и солнце вышло. Из-за тумана, ну, отец всеблагой, а можно я еще 5 минут полежу, ведь еще так рано. Так рано. Стояли 4 коня, а рядом играли их седоки и тот, что свинцом постоянно смеялся козырем, кроя с руки, а тот, что был пленен, сказал, доставая муфты, пузырь из кармана, они подождут, давайте еще 30 минут посидим, ведь еще так рано. Я пил у вокзала портвейн, шепнул, что с утра сам отец всеблагой, сказал, ухватит сжечь и распинать сыновей, пусть этим займется кто-то другой. Добрей, милосерднее, светлее и чище стать давно всем баранам, а пока что пойдемте и будем гулять по облакам, ведь еще так рано. А в небе стадионный бел хор и в заднем ряду звенели стаканы, а передним слезы текли. И все понимали, что еще слишком рано для этой земли. Так рано. Так рано. А в городе М утро умыло дождем проспекты, площадь, сквер и вокзал. Да так, что даже не скажешь, что ночью здесь бушевала гроза, и маленькое солнце протерло глаза и зазвенело над планетой сопрано. Папа, а можно я еще 5 минут полежу? Здоровья Лазарю Вадимовичу! Здоровья бабушке Лазаря Вадимовича, которая приглашает нас сюда. Ну и коль уж в какую-то метафизическую, космическую тему нас понесло, спою песню, единственную за сегодня, не на свои стихи. Есть такая Анна Долгарева. Ратующая за специальную военную операцию поэтесса, но мы помним ее еще вот до всех происходящих событий очень тонким и прекрасным лириком. То есть вот сейчас она пишет там вот про все происходящее, не будем ни в коем случае никак оценивать, пишет и пишет, талантливая девочка. Но в свое время я прочитал ее стихотворение, которое меня поразило невероятно.
И прям очень сильно перелопатив, я сделал из него песню. Там пришлось даже парочку строчек поменять. Но она приезжала к нам в Воронеж, я выступал у нее на концерте, и она, в общем-то, все изменения одобрила, сказала, клево, пой. Песня называется «Яблони в цвет». Эскимон на руках у папы, запах травы да горячей подковы, березовые сережки, еловые лапы. А еще когда будешь падать, не бойся падать, яблоня в цвет у человека в дыхании, а не смерть. Так и мы рассказывай, Юра, а про меня не надо. Так и мы рассказывай, а про меня не сметь. Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Нет секретов у этого, нет никаких тайн. Я рассыпал красные звезды по небу от Калининграда и до Амура, швырнул исключительно для радости, Юра. Так что, когда будешь падать, не бойся падать. Яблоня в цвет у человека в дыхании, а не смерть. Так и мы рассказывай, Юра, а про меня не надо. Про меня не смерть. Немножко